Есть очень классное, шикарное средство. Концентрат от NSP. Это литр 100 моющего средства. В чем его преимущество? Оно стоит в розницу $25. Но если вы партнер компании Nation Sunshine, да, вы его можете приобрести за $17. Думаете, стоит ли быть партнером компании Nation Sunshine или нет? Это очень выгодно. Если его разводить чисто, как мыть посуду, это 800 литров воды. Представляете, да? То есть 800 литров воды, куда это все развести. Но этот концентрат можно мыть не только посуду, да? Кошку мыть можно, голову мыть можно, посуду мыть можно, стекла мыть можно, овощи, фрукты мыть можно. Но что мне больше всего нравится? Если у вас вы затеяли дома ремонт, это незаменимая штука. Почему? Одно предупреждение. Оно натуральное. Пальцами туда не сувать. Почему? Объясняю. То есть, когда мы, не дай бог, засунули палец в нос, да, на нем остались бактерии. Если мы туда засунули бутылочку, бактерии выпадаются, и действующее свойство раз заканчивается. Если мы дома снимаем старые обои, одна столовая ложка на 10 литров воды, размешиваем, полученный раствор наносим на обои, и в итоге обои легко отдираются. Более того, больше всего, что нравится, концентрат берете на руку, чуть-чуть капельку, размазываете, он высыхает, получается невидимая перчатка. И когда вы красите пол или что-нибудь с краской, попадает краска, вам просто нужно под воду, и все смывается легко и капитально. Более того, да, опять же, оно натуральное, если им можно удобрять цветы. То есть средство очень нужное, универсальное, подходит везде. Вот кто знает, у кого есть повара профессиональные, да? Профессиональные повара никогда не пользуются моющим средством. Почему? Потому что моющее средство полностью с посуды не смывается. И когда мы кушаем вроде бы чистую посуду, нашу еду, то, что не смылось, моющее средство попадает в желудок, а в желудке есть тоже вот этот обтянутое оно жироподобным веществом, и оно разлагает его, да? И получается язва. Наш концентрат полностью смывается. Полностью смывается. Я вам скажу более того, про него можно рассказывать и рассказывать и рассказывать. Если у кого есть машины, когда вы моете машины, получается, как бы вы нанесли воск. То есть не нужно, то есть много, буквально вот этот колпачок, в колпачок буквально влезает, ну, 200 мл. Но это, опять же, не все, что я сказал. Самое классное, он отмывает пятна. Отмывает пятна шикарно, суперски. Я дома провожу эксперименты на домашних кружках, мне очень сильно нравится. Что я делаю? Я беру, можно по выпендриваться взять белую майку, но я беру белую тряпочку, да. Беру йод, наливаю на белую тряпочку, да. Он высыхает, я его намачиваю тряпочку в воде. Потом беру чистый концентрат, на то место его наношу, ложу на 5 минут, и потом через 5 минут чисто в воде застирываешь, смываешь, вернее, это все, буквально там 3 секунды вот так поделать, и йода нету, то есть тряпочка полностью белая. То есть вот такая классная вещь. Кстати, опять же, не все сказал, да? Когда вы моете, вот то же самое пятна, хорошо, манжеты, когда, да, манжеты грязные, кто знает, кто стирает, то есть если вы, они не отстирываются. Перед стиркой тоже намочите на манжеты, суперская вещь, белые рубашки капитально. Добавлять в стиральную машину, как усилитель, суперский, и плюс он, этот вот спираль, которую нагревает, предохраняет от повреждения. Если старая сковорода, очень сильно пригоревшая такая, получается, опять же, колпачок, это знаменитый колпачок, сковородку, чуть-чуть водички, на газ ставим, да, поставили на газ, он кипятится, и вот это старенькое, оно отваливается. Вот, много классных вещей, у нас, допустим, в Могилеве есть такой пример, есть Сергей Иосифович Стельмах, он однажды, костюмы все знают, химчистку нужно давать, стиралку их не закинете, если закинете, то есть, значит, плохо ему будет. Что сделал, значит, Сергей Иосифович Штельмах? Он повесил костюм на плечики,
развел концентрат, опять же, вот эту знаменитую пробочку, ну там две пробочки было, на вот такой пшикалка, да, такая, знаете, пшикалка, хорошо размешал, да, и вот этой пшикалкой хорошо-хорошо промочил костюм, хорошо, ну да, аж хорошо промочилось. Когда он высох, он был чист. Мы гадали, куда делась грязь, неизвестно, он был чист. То есть химчистку не нужно было давать. И последний секрет расскажу, как вот это моющее средство использовать так, чтобы его вообще не убить. Если вы будете, ну, мыть посуду, да, его нужно разводить там чуть-чуть. Но я вам подскажу маленький секрет. Допустим, представьте, вот эта бутылка, да, взяли бутылку, ну, это литр 100, представьте, это возьмете... не литр 100, а пол-литра. Что вы делаете? В пол-литра наливаете наполовину воды и опять же знаменитую пробочку концентрата туда, да? Чтобы обязательно получилось вода, пол-литра, да? И пол-литра пустоты. Теперь что мы делаем? Как экономно пользоваться им? То есть, ну, вот здесь должен быть... такая, то есть маленькое отверстие, ну вернее, оно только откручивается, да, залили, закручивается, и чтобы такое маленькое отверстие было. Что мы делаем? Мы делаем вот так, раз, два, появляется вот здесь пена. Вот эта пена, это есть вот состав концентрата с водой, то, что активно хорошо отмывает. То есть нужна пена сама, да, и мы просто, для чего половина пустоты, мы просто нажимаем, и вот эту пену вдавливаем без воды. И вот эта пена хорошо отмывает. И то есть она будет пениться вот так раз-два до тех пор, пока вот эта пробочка вся, которая была влита с водой, не выйдет. То есть когда перестанет пениться, то есть концентрат с водой полностью вышел, ну, это, вот этого, этой пробочки, я скажу, если вот так делать, это хватает на месяц. То есть представьте, здесь 2 мл воды, да, здесь 2 мл пробочки концентрата, здесь 1100 мл. То есть представьте, насколько вам хватит, если просто мыть посуду. Это конкретный факт, их, ну, с ним можно возвращаться по-любому. Как в тот раз, да, я рассказал всего лишь 10%. Жена моя очень рада, потому что я дома люблю проводить с ним эксперименты. Спасибо за внимание, меня зовут Кругель Александр, лидер консультант компании Nature Sunshine Products, город Могилев.